Эффективное производство, грамотная организация рабочих мест и цехов – все это дает региону нацпроект «Производительность труда». Всего в программе участвуют 24 предприятия Тверской области. Одним из тех, кто включился в работу, стал Тверской завод железобетонных изделий «Труб номер 4». Здесь внедряют технологии бережливого производства, а тему продолжит наш корреспондент. Руслан Николаев занимается на предприятии сборкой опалубок для железобетонных конструкций. Раньше верстак и стеллаж на его рабочем месте находились на большом расстоянии. Это мешало эффективному труду. Кроме того, как рассказывает Руслан, через его рабочую зону проносили доски, а это отвлекало от работы. Вот этот верстак, он был вон там, то есть где сейчас хранятся доски. Там же находился вот этот стеллаж огромный, да, который мешал... Руслан обратился к руководству с идеями по улучшению участка плотников. Он предложил из неиспользуемого помещения сделать склад под строительные материалы, установить стенд под инструменты, сделать передвижной верстак. Доски, которые хранились на улице, разместить в пристройке. А для удобства разгрузки пиломатериалов был организован заезд автомобилей. В итоге производительность труда на этом участке возросла. Мне надо было оттопцевать деталь, я и шел по диагонали через весь цех. Сейчас мне расстояние 2 метра буквально, это максимум, что я делаю расстояние, чтобы оттопцевать деталь. А до этого мне приходилось носить ее метров 14, около 14 метров. То же самое напарнику моему. Для меня лично это изменило психологическое состояние на работе, потому что когда мимо тебя ходят, это не работа. То есть это напряжение какое-то. А сейчас я работаю, в принципе, все комфортно. За проделанную работу руководство наградило Руслана Николаева. На Тверском ЖБИ-4 с 2021 года налаживают производство по бережливым технологиям. Недавно на предприятии за счет грамотной организации процессов увеличили выпуск пустотных плит. За время участия в нацпроекте на предприятии реализовали 3 проекта. Если мы убираем непроизводительную трату времени, значит, тот же человек может произвести больше, больше созидательного. Если мы не замораживаем деньги в запасах, в материалах, значит, у нас появляются ресурсы для обновления оборудования, для повышения заработной платы. И именно для этого наше предприятие вступило и участвует в этом нацпроекте. По нацпроекту «Производительность труда» на предприятиях оптимизируют производственные и внутренние процессы, сокращают издержки, грамотно организуют рабочие места сотрудников. Нацпроект Тверской области реализует фонд развития промышленности, работающий в структуре центра «Мой бизнес». На предприятиях организуются проектные офисы, в рамках которых проходит также обучение персонала. Целью является, во-первых, вовлечение сотрудников, да, в процессы, а во-вторых, чтобы предприятия могли самостоятельно после завершение обучающей стадии, реализовывать подобные проекты на других участках производственных. Применение инструментов бережливого производства, как отмечают эксперты, меняет существующее производство. А все улучшения может произвести само предприятие без больших капиталовложений. По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, внедрение новых производственных стандартов и технологий сможет обеспечить стабильный рост производительности труда.